«Если вы любите себя, то благосклонны ко всему миру. А если ненавидите себя, то и весь мир тоже». Тед Зефф, доктор психологии, автор книг. Любовь к себе – это не просто модное выражение, а фундаментальный элемент благополучия и эмоционального здоровья. Это глубокое чувство принятия, уважения и заботы о самом себе. Очень сложно быть полноценным членом общества без любви к себе. Однако в силу разного проявления человеческой натуры это чувство часто путают с деструктивными чертами характера, например, с такими, как эгоизм или самовлюбленность. Так давайте рассмотрим некоторые мифы о любви к себе и попытаемся развенчать эти заблуждения в силу своих возможностей, конечно же. Первый миф. Любить себя – это эгоизм. Эгоизм и любовь к себе представляют собой два различных понятия, хотя иногда они могут вызывать путаницу. Вот ключевые различия между эгоизмом и любовью к себе. Эгоизм обычно подразумевает избирательное и чрезмерное стремление к удовлетворению собственных интересов без учета интересов других. Эгоист может игнорировать или даже причинять вред окружающим в погоне за своими личными целями. Любовь к себе представляет собой заботу о собственном благополучии, уважение к своей уникальности и стремление к собственному развитию. Это включает в себя уважение к себе и заботу о своих нуждах, но не обязательно исключает заботу и уважение к другим. Эгоистическое поведение может привести к напряженным отношениям, так как человек может игнорировать или использовать других для достижения своих целей. Здоровая любовь к себе обычно содействует лучшему взаимодействию с окружающими, поскольку она обеспечивает эмоциональную устойчивость и уверенность. Эгоистические действия могут происходить за счет игнорирования или пренебрежения моральных или этических норм в угоду своим интересам. Любовь к себе включает в себя ценности, которые способствуют благополучию, эмоциональной стабильности и гармонии как для самого человека, так и для его окружения. Эгоистическое поведение может привести к временным выигрышам, но долгосрочно часто вызывает проблемы в отношениях и обществе. Забота о себе и развитие здоровой любви к себе может способствовать лучшему физическому и эмоциональному здоровью, а также укреплению отношений с другими. Таким образом, любовь к себе не исключает заботы о других и на самом деле может служить основой для здоровых и взаимовыгодных отношений. В то время как эгоизм, напротив, обычно связан с пренебрежением нужд и интересов других людей. Второй миф. Любовь к себе – это самовлюбленность. Любовь к себе – это положительное и заботливое отношение к себе, включающее принятие своих качеств и ограничений, заботу о себе и стремление к личностному развитию. Она включает в себя заботу о своем физическом и эмоциональном благополучии, но также учитывает потребности и чувства других людей. Любящий себя человек может учиться уважать и поддерживать окружающих. Включает в себя реалистичное восприятие своих сильных и слабых сторон, а также готовность к личностному росту и самосовершенствованию. Любовь к себе способствует здоровым и взаимовыгодным отношениям, поскольку она подразумевает эмоциональную устойчивость и уважение как к себе, так и к другим. Самовлюбленность –
это избыточное восхищение и преувеличенное внимание к своей личности, часто с пренебрежением к нуждам и чувствам других. Может включать в себя переоценку своей значимости и необъективное восприятие своих качеств. Самовлюбленность приводит к эгоцентризму и затруднениям в отношениях из-за сосредоточенности на собственных нуждах и желаниях. Третий миф. Любовь к себе – это никому ничем не быть должным. Любовь к себе не означает равнодушие к окружающим или отсутствие обязательств перед другими людьми. Любовь к себе включает в себя уважение к своим собственным нуждам, эмоциональное благополучие и саморазвитие. Но это не должно вести к игнорированию обязательств по отношению к другим. Любые отношения – друзья, семья, коллеги – это прежде всего ряд обязательств, которые мы добровольно на себя возлагаем. Естественно, в разумных пределах. Четвертый миф. Любовь к себе – это значит жизнь без напряга. Любовь к себе не означает, что жизнь становится лишенной трудностей или напряжения. Жизнь всегда будет предоставлять свои вызовы и испытания, и любовь к себе в этом контексте означает умение эффективно справляться с трудностями. Любовь к себе предполагает, что человек уважает и ценит себя независимо от сложностей, с которыми он сталкивается. Она дает силы для адаптации к переменам, стремления к решению проблем, а не избеганию их. Человек, любящий себя, может быть более эффективным в управлении стрессом, поскольку он осознает свою стойкость и ресурсы. Любовь к себе служит не столько устранению всех трудностей, сколько усиленному присутствию и силе в их преодолении. Надеюсь, мне удалось убедить вас, что любовь к себе – это нежное и бережное отношение к самому себе, включая понимание, принятие и уважение собственной личности. Любить себя – это не значит презирать всех остальных. Так что, празднуя свою уникальность, заботясь о себе и прощая свои ошибки, мы строим крепкое основание для счастливой и удовлетворенной жизни. Любовь к себе – это не роскошь, а необходимость, которая наполняет нашу жизнь радостью, умиротворением и внутренним светом. И берегите себя, ведь кроме вас этого никто не сделает.